Дема, сейф. Давайте попробуем пройти Груза Твинс на практике. У меня так не получилось еще пройти на изи и даже на практике. У нас только проходят люди, ну давайте, ладно, попробуем уже. Так, мне нужно найти бриллиантку, на Лизу монетку. Мона Лиза была, оказывается, вот та, вот та вот. Где подушка, там зеленая лампа находится. Ну, короче, говоря, сами увидите все. Так, практика. Берем по стандарту ломик. Так. Брига, да как? Так, ловик мы заберем с собой. Так, тихо. Вот, вон, короче, вот та вот Мона Лиза, я потому что такая зеленая лампа. Я вот там вот начинал, и вот так вот полз, где там я допрыгнуть не мог. И тут даже доску было подложить просто. И потом еще отверткой воспользоваться. Ну, ладно. Не получилось. Сейчас получится потом. Так. Пошли принять монтировку. Так. Там, оказывается, жук какой-то ползает. Я когда в первый раз увидел его, я так испугался. Так, что тут лежит? Здесь ничего не лежит. Там патрончики. Синий ключ. Ладно, мне сейчас пока не нужно. Хочу сбежать через обычную дверь. Так, честь револьвера нам не нужна. На практике это вообще бесполезная вещь. Отходы с близнецами играть. Тогда ладно. Опа, шестереночек. Можем идти к жуку. Так, пока кинул туда. Шестеренку оставь пока вот там. Нормально оставил. Вот, хорошо. Что у нас тут? Здесь ничего нет. Так, что у нас тут? Люди, есть что покушать? Так. Вроде здесь ничего нет. По стандарту у разработчика игры как раз таки тут кухня. Блин, шо упал. Бутылка. Так, все, начистировать вера, она мне вообще не нужна. Так, пошли за ломиком. Заранее давайте камеру откроем. Ничего. Ничего. А вот здесь еще как чего, да? Да, динамит. Или динамит у него взорвать все-таки лучше. Как думаете? А как мы лучше поступить? Динамит у него взорвать? Так, молоточек. Даже дайте заранее дал доску отколоть. Молоток мне не нужен вообще. В гриле у нас есть что-то? Красный ключ! Неплохо! Добирай красный ключ. Так, бери это. Здесь что лежит? Револьвера. Так. Предлагаю пойти вниз и заранее обесточить здание. Да, сейчас будет немножечко темно. Мне будет видно. Вот, так и должен. 10-4. Так, что мне выкинуть? Ай, блин, все нужно. Ладно, мне пока динамита толку нет. Дропни его. Иди сразу за отверткой. Ох, как темно сразу стало и страшно. Никакие вампиры же не проснутся здесь, верно? Или что там? Так, побежать быстро. В ту комнатку. Сейчас побежим за Мона Лизой. Уже первый... Куда идти? Хотя бы уже первый предмет у нас будет. Так, быстрее, пока свет не включился. Хотя вот этот жук. Который там в подвале. Еще паркурчик по всем этим платформам. Все. Успели. Так, что лежит тут?
Алло. Ничего не лежит, серьезно? Пустая комната? Да-да-да. Так, ладно. Давай дальше. Красную ключ можно выкинуть. Так, вот главное сейчас-то прыгни нормально. Раз. Вот! Наконец-то. Планка. Ставься. Решетка, убирайся. Вот мы на Лиза. Откручивай нафиг все эти болты. Отлично. Где тут спрыгнуть-то можно? А вот. Отлично, первый пират у нас уже есть. Пошли заранее красный замок откроем. Все, мне нужен. Пошли заберу динамит. Еще нигде не лежит. Просто тряпки, окей. Здравствуй, свет. Базара нет. Так, динамитик, пошли со мной. А динамит мы воспользуем для кое-чего другого, не для жука. Так, пошли, кстати, сюда. Так, лазер, надо уйти сюда. Кстати, тут монетка лежит. Здесь нужно воду отключать. Даже если не взорвет. Отлично. Так, там можно собирать аптечку и револьвер. Мне сейчас вообще совершенно не до этого. Так, брось пока динамит тут. Я его попозже возьму, но он мне сейчас не для жука. Хотя бы, ладно, пошли для жука. Все-таки мне динамит тут не нужен будет. Так, молоток выкинь. Отвертку выкинь. Да, он все-таки подорвал его, потому что мне все-таки не нужен динамит больше будет. Это сначала через подвал сбегать, да, это может через подвал сбежать и через крышу. Сбежим вот так вот обычным способом. Так. Ну тут дай его нафиг. Офигительно, да? Не подорвало, да? Так, платформа, забери меня. Сейчас спустимся вниз, посмотрим. Блин, надо было шестеренку все-таки с собой взять на всякий случай. Не, давай заберем ее сразу, чтобы с собой. До сюда не бегать. Потому что знаешь, что-то, что его убило, если что, мы сейчас его закроем этой шестеренкой. Вот, а видите механизм? Блин, моя платформа уехала. Подождем до следующего рейса. Иди, 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 иди сюда. Хорошо, что здесь можно поиск приметов таскать. Это прям прекрасно сделано. Это логично. Один привет в руках, два где-то в карманах. Ты же, я надеюсь, ты не выжил. Сдох. Посмотрите на это страшилище, реально. Ужас. Мне к нему к бездыханному страшно подходить. Так, что здесь лежит? Желтый ключ, хорошо, полезный ключ очень. Пошли его применим. Так, стойте, не уезжайте. Окей. Желтый ключ, это ключик от одного, вот одного, ну, если прочитать вперед, то коммутатора. Пойдем, 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 поехали. Не знаю, зайдет ли эта серия или нет. Я немножечко сомневаюсь, что-то. Ну да ладно. Так, Iron Cog, ты мне не нужен. Здесь при этом мне тоже ничего не нужно. Так, пошли наверх. Пошли на самый, ну почти на самый верх. Так, кстати, здесь надо посмотреть. Здесь зеленый ключ. И все, зеленый ключ это для побега через подвал, он нам не нужен. Но в следующей серии уж попробуем сбежать как-нибудь по-другому. Не через главную дверь. Так, что тут? Вот, а я вам сейчас думаю, это тоже для двери надо. Это железный диск. Аккуратно. Вот еще один динамит.
Вот сюда нужен ключ. Так, кстати, забили заранее динамит. Так. Нужна будет комбинация сифа. Где-нибудь ее надо будет найти, там что-то будет. Гляньте, бриллиант. Ее очень хорошо здесь справили довольно. Так, кстати, еще отвертка нужна, но это для побега уже через крышу. Так, отлично, у меня уже есть два предмета. Нужно добраться до третьего. Ставь диск. До третьего предмета. Вот как это сделать? Вот я вообще не понимаю. Хотя он понимает. Кстати, да, можно и голову подшибать тут. Кстати, да, я тут не смотрел. Так, это для аптечки, это мне не нужно. Возьми ты все равно кинь туда, чтобы оно меня не дразнило. Так, вы здесь точно все осмотрели? Так, давай здесь посмотрим внимательно. Здесь нет ничего. Тут синий ключ мне не нужен. Здесь ничего, здесь ничего. Так, антисептик мне тоже не нужен. Канализация. Так. Можешь, в принципе, взорвать эту стену. А вот в эту клетку меня кидают. А здесь надо воду отключать. Опа! 24-3-2. Так, гляньте, здесь сюда ключ нужен, но... Это для побега через подол. Мне через подол сбегать сегодня не надо. Забери, ладно. 24-3-4, да, была там комбинация? Я уже забыл, если честно. Убирай скорее использовать это. Быстро, та-та-та. Так, тихо. Не, вот будто бомба стоит не так. 2, 4, 3. Хорошо, что вид еще добираешь. 4. Тут тварь, а. Что там было за комбинация? Ой, капец, а. Бегать. А рядом здесь ничего не было? Офигеть. Так ладно. Бегать туда-сюда придется. Блин, я мог быстрее приближать, ладно, больше кур. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Беги. Сейчас мы, значит, заберем здесь. То есть я посмотрю опять комбинацию. 2-4-3-2, вот. Сейчас будут смотреть и скажут, ты дебил, что ли? В комментариях скажут мне. Ну, здесь всякое совсем бывает. Я буду надеяться, что там лежит колесо-крутилка. Тогда я буду в шоколаде. Но если там лежит код не менее полезный предмет, тогда это вообще будет, тоже будет неплохо. Блин. Подожди, заново надо. Надо заново. 2, 4, 3, 2. Блин, вот ну зачем? Я вообще не понимаю, для чего это нужно. Капец, а. Вот надо было это сделать. Вот. Я вообще до сих пор не понимаю, вот зачем вот эта фигня нужна. Что там сверху? Сюда, по-моему, наливать. Ну и что с того? Кружка кофе. Капец, колесо-крутилка-то где? Неужели мне дурацкий этот попался, спавн? Почему никогда мне не получается сбежать отсюда? Подождите, где я не был? Сейчас я сам вспомню.
Да, добавим синий ключ при мине, может быть. А, не синий ключ, а отвертку, точнее. Может, там, где синий ключ нужен будет. Что ты это берешь? Может, там пригодится мне? Нет, если это не там, а я стой, я просто офигею. Да еще может валяться эта долбанная рукоять. Ты же здесь, да? Скажи, пожалуйста, что ты тут? Офигела, что убить меня? Не, ну я не знаю тогда. Где она может быть еще? Напишите в комментариях. Я запись никак приостановить не могу. Может, я тут не заметил где-то? Говно какое-то валялось тут. Шкафчик. Я вообще не знаю, короче говоря, где она может лежать. Нет ничего? Нет ничего, все, капец. Кончилось прохождение. Может, а камера не до конца все обладил. Пожалуйста, это где-то тут лежит. Просто я не углядел в какой-то из камер. Тут валяется? Нет. Ух, я не знаю, короче говоря, люди. Где может лежать эта дурацкая крутилка? Синий ключ мне ничего не поможет. А без нее я не смогу достать монетку. Герой не может сунуть ручки в водичку, и все. Капец. Где вот реально не побывал? Я вообще не знаю. Сейчас. Не знаю, короче говоря, где я не был. Тут я что-то не заметил, что ли. Я, кажется, это пригоршу, здесь, по-моему, ничего не было. Или я просто забыл уже все. Капец, да нет. Неужели никогда не пройти эту игру? Какого хрена? Появился здесь. Здесь ничего нет. Предлагаю аккуратно. А у жука точно ничего нет? Слушай. Не может где-нибудь вот здесь вот еще спрятана рукоять? Уже просто слепой дебил не заметил? Блин! Идите в жопу. Ох, вообще круто. Ладно, давайте. Будем на этом заканчивать уже, пожалуй. Еще внимательно быстренько посмотрю на комнату, если там не будет, все, конец. Где эта дебильная рукоять может быть, я не знаю. Да как вот, как объясни мне? Здесь ничего нет. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.